Участники выставки и ее посетители в приподнятом настроении. Сегодня они наглядно могут лицезреть результаты как собственной работы, так и труда соседних районов в сфере ЖКХ. В Московской области есть чем гордиться. Жилищно-коммунальный комплекс Подмосковья самый большой в Российской Федерации. Велико в нем все, от размеров жилого фонда до протяженности канализационных сетей. Причем эти цифры постоянно увеличиваются. Соответственно, и выставки у областного жилищно-коммунального комплекса растут год от года. Экспозицию разместили на 8000 квадратных метров. Прошлый год было около 4. На выставке почти более 200, вернее, 255 стендов. В работе выставки принимает участие 52 муниципальных образования. Кроме наших муниципальных образований и предприятий большого количества, которые приехали из других областей нашей страны, еще принимает участие, так сказать, коммунальщики из Белоруссии. Нынешнюю выставку решили посвятить элементам благоустройства. Каждый район на этапе подготовки старался как мог. Солнечногорский стенд среди общей массы можно выделить по площади. Вместе с выставкой он вырос вдвое – с 40 до 84 квадратных метров. Среди представленных экспонатов много интересного. Деревянные изделия, макеты зданий и напольная плитка от концерна «Крост», действующего на территории района. Маленькие копии уборочных машин от Чистограда и многое другое. На данном стенде представлены те предприятия, которые работают на территории Солнечногорского района. Но это только часть предприятий, это не все предприятия. Здесь также показан ряд достижений, которые достигли предприятия жилищно-коммунального хозяйства. И то постепенное развитие, постепенное вхождение, так сказать, в нормализованное, в цивилизованное русло работы. Гордостью солнечногорского стенда стало достижение предприятий «Городское хозяйство» – мониторинг инженерных сетей. Мы здесь также представляем, вот как показано на плазменном экране, систему мониторинга, то есть наша разработка по реформированию и мониторингу жилищно-коммунального хозяйства. Хочу заметить, что наше предприятие нашего района – одно из первых в Московской области, кто занимается этим вопросом. Солнечногорские коммунальщики вместе со своими коллегами из других районов воспринимают третью выставку не как обычный праздник. Данное мероприятие стало отличной возможностью обменяться полезным опытом, чтобы добиться еще больших результатов в развитии жилищно-коммунального комплекса Подмосковья.